Ученые Самарского университета готовятся испытать прототип сверхлегкой оптики для наноспутника CubeSat. В основу оптической системы легла уникальная университетская разработка – плоская дифракционная линза. Для установки объектива с этой линзой на борту спутника ученые университетской лаборатории аддитивных технологий на 3D-принтере изготавливают специальный корпус. Его главный параметр – это малый вес. И сейчас мы должны пройти летные испытания, то есть вот совместно с коллегами, коллеги печатают такой инновационный корпус, инновационный кронштейн для этого объектива, а мы делаем нашу оптику. И вот этот вот комплект должен, опять же, вот в ближайшие дни уйти на летные испытания в Москву, на вибрационные, прочностные испытания, и далее запуститься на CubeSat'е в конце этого года, и мы должны, по идее, получить с него изображение. Чтобы облегчить конструкцию объектива, ее сделали полностью сетчатой внутри. Это позволило ей весить на 15% меньше предыдущих образцов. Сейчас вес конструкции достиг 200 граммов. При этом удалось снизить и количество материала. Это кронштейн. Его задача быть установленным в определенную ферму. Вот. Для того, чтобы он крепился на ферме, у него выполнены вот такие вот 8 элементов крепления. Соответственно, почему форма вот такая вот? Если мы разрежем эту деталь, то видим, что она полностью внутри сетчатая. Соответственно, она как бы внутри пола и выполнена в виде сетки. Еще одна приоритетная задача научных работников – это сделать объектив не только легче, но и дешевле западных аналогов. По словам ученых университета, сейчас на космическом рынке средняя стоимость такого оборудования для наноспутника достигает 23 тысячи евро. Наш образец будет стоить на порядок ниже. Михаил Ермоленко, «События». Ветер, я заря один. Зажигание. Поехали.